Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Мы ищем адрес Крылова 17. По этому адресу должна располагаться фирма Аркона. А может быть, она сейчас и уже не Аркона. В общем, та фирма, которая занимается домофонами. По старому адресу на Мелькова 21 ее уже нет. Вот в такой квест играем. А тут везде Крылова и везде 17. Там вот 17.5. Это 17А, мы прошли 17.3, и где из к этих домов? Может, вот это болезнь Анапы. Десятки домов с одним и тем же номером, у нас такая же петрушка в Тургеневском квартале. Вон, 17.4 дробь. А где же эта Аркона? Мы прояснили ситуацию, оказывается, в объявлении было указано Крылова 17, корпус 6. И вот мы уже его увидели и к нему идем. Вот табличка синенькая 17/6 гласит. Слушай, устанавливают автомат. Да, у нас автомат с водой. Да. Тут новостройки, тоже, наверное, Крылова, да? Вот смотри, мы даже не знали, что здесь строят что-то. А, это Бельведер, вон да. Бельведер. А это Магнолия. А мы ходим. Ну, вокруг придется обойти этого придется. Дома. Загадочного. Загадочного дома придется обойти. Сколько здесь живет людей, сколько будет жить, друзья. Кто-то из вас будет жить в этих домах. Да. И мы еще на свой вид жалуемся. Угу. Я еще недовольна. Детская площадка, стоит кораблик очень такой симпатичный, с мачтами. Да, вообще хороший, только деревьев мало. Конечно, вот, домофонные ключи, вход с торца. Мы у цели, друзья. А дело в том, что в нашем доме, вот как сделали нам домофон, он так и не работает. Вот уже прошло много месяцев, и мы решили вот узнать, как же так, когда же заработают у нас домофоны. А тут вот спортивная площадка. Покрытием, кстати сказать, раз изначально. И где-то здесь. Это я так и думала, ага. Можно сюда посмотреть. И как всегда, нам не везет. Нам везет, как обычно. Именно сегодня не работают до 4 часов. Наш квест закончен. Все, уперлись в табличку. Как говорится, остается поцеловать дверь и идти домой. Ну, фирма, конечно, вообще аховая. Но фирма вообще... Я не знаю, почему управляющая компания сама не берет на себя установку домофонов и взимание платы и обслуживание домофонных этих всех. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот такие ситуации бывают в нашей жизни анапской. Всего вам доброго. До свидания. Вопрос.